господа! Вечер профессионального бокса в Екатеринбурге продолжает поединок за вакантный титул WBC International. В суперполулегком весе до 59 килограмм. Формула боя 10 раундов по 3 минуты. Встречайте в синий угол ринга бойца из Мексики, Сьюдад Акуня, Виктор Алехандро Гонсалес. А у нас, дорогие друзья, предпоследний бой нашей программы. И снова это титул. На кону титул WBC International в первом легком весе до 59 килограммов. И мексиканский боксер по имени Виктор Алехандро Гонсалес. Юный, но уже опытный. 19 лет парню, но при этом у него целых 19 боев. 18 из них выиграны. Причем половина выиграна нокаутами. И одно единственное поражение досрочное есть. Карьеру начал мексиканец в июле 2015 года. И шел без поражений до августа 2017 года. Причем проиграл он нокаутом Сальвадору Брисено, который в свое время здесь, в Дивсе, выступал и проиграл Михаилу Алексееву. Вот единственное поражение в карьере Гонсалеса как раз-таки от Сальвадора Брисено. Встречайте в красный угол ринга его соперника, бойца из Санкт-Петербурга, Россия, Мухаммад Якубов. Ну а сейчас появится Мухаммад Якубов. Боец, который в Екатеринбурге выступает далеко не первый раз, практически, можно сказать, свой здесь человек. Имеет уже здесь прекрасную большую фан-базу, надо отметить. 23 года Мухаммаду, 0 поражений, 0 ничьих, 11 побед, 7 из них одержаны досрочно. Карьеру начал в декабре 2015 года в Санкт-Петербурге. Ну а в Дивсе выступает уже далеко не первый раз. Первый бой в Дивсе провел в июле прошлого года Мухаммад Якубов. И тогда выиграл техническим нокаутом у японца Даики Ичикавы. Предыдущий бой провел в феврале этого года. Здесь же, в Дивсе. И тогда выиграл в очень насыщенном и плотном поединке у Марка Урванова. Итак, соперник с хорошим послужным списком, но, так скажем, уровень позиции мексиканца все же, на мой взгляд, чуть-чуть пониже, чем уровень позиции Мухаммада Якубова. Слушаем ринг-анонсера. Боковые судьи. Робин Дольвери, Франция. Семен Стахеев, Россия. Предрак Алексич, Черногория. Хронометрист Татьяна Баринова, Россия. Супервайзер WBC Оксана Семенишина, Россия. Рефери Тениль Ван де Виль, Бельгия. Представляю вам соперников. И в синем углу боец из города Сьюдад Акуня, Мексика. Ему 19 лет. Рост 180 сантиметров, вес 58 килограммов, 400 граммов. Профессиональный рекорд. 19 боев. 18 побед, 9 одержанные нокаутом, 1 поражение. Виктор Алехандро Гонсалес. Его соперник в красном углу. Боец из Санкт-Петербурга, Россия. Ему 23 года. Рост 165 сантиметров, вес 58 килограммов, 800 граммов. Профессиональный рекорд. 11 боев. 11 побед, 7 одержанные нокаутом. 15 номер рейтинга WBA. Чемпион WBA Continental. Чемпион IBF Baltic, представляющий Академию единоборств РМК. Не знающий поражений. Мухаммад Якубов. Рефери поединка Даниэль Ван де Вилле. Частый гость в Екатеринбурге на крупных боксерских турнирах.
уже не первый, далеко не первый далеко раз не мы первый видим раз его он, в ринге на главных титульных поединках. Ну, сейчас традиционное наставление от рефери. Ну да, кстати, нужно обратить внимание на рост боксера из Мексики Виктора Алехандро Гонсалеса. Для первого легкого веса, для 59 килограммов, он очень-очень рослый, я бы сказал даже. Катастрофически рослый. Ну, посмотрим, как справится с этой проблемой Мухаммад Ходжа Якубов. Мы знаем, он умеет прекрасные передвижения на ногах. Он работает в стойке левши, изумительно закручивается. Никогда не остается после своих атак на месте. Посмотрим, как будет складываться сегодня этот поединок. Посмотрите, 15 сантиметров разница в росте этих бойцов. Метр 80, но это такой, по антропометрике, вариант Диего Коралеса. Не знаю, насколько сильно бьет Гонсалес. Но я помню, что у Диего Коралеса, когда он выступал в первом легком весе, по-моему, там 1,79 м у него был рост. Ну, то есть такой высокий, сухой очень. Давайте смотреть, чего будет происходить. Первый раунд из 10 запланированных. В белых перчатках и в таком традиционном раскрасе а-ля национальный флаг, государственный флаг Мексики. Это, естественно, Гонсалес. И в черных трусах, в голубых перчатках Мухаммад Якубов. Сразу занял центр ринга Мухаммад Ходжа. Немножко он закручивает. Мы видим, достаточно низко подсел на ногах. Ищет момента. Я думаю, достаточно много ударов по туловищу будет наносить в этом поединке Мухаммад Ходжа. Хотя, посмотрим. Мексиканец пока так аккуратно, достаточно осторожно работает. Мы видим, и не стремится обострить. Отдал центр отдал ринга. Отдал центр ринга, да, так поджался, мы видим, канатом. Ну, а Мухаммаду того и надо. Если соперник пускает на удобную дистанцию, практически, ну так, не часто беспокоит джебом. Я думаю, просто сейчас так, что называется, прицеливается, пристреливается Мухаммад Якубов. Ищет он свою дистанцию, выдергивает на ногах своего соперника, я думаю. И мы знаем, что так многоударно может работать Мухаммад Ходжа. Он может выбрасывать очень много ударов и может наслаивать комбинацию на комбинацию. Да, не будем забывать, что у него есть удар, мягко говоря. Да, ну... Врезать он может. И заметьте, Гонсалес начал потихонечку, да, провоцироваться на все финты. Отличный удар сейчас попал Мухаммад Ходжа. Но решил так работать Мухаммад Ходжа Якубов точечно. Работает точечно. Не суетится, раздергивает соперника. И как только... Оп, хорошо сейчас справа было от Якубова. Ну, в общем, если ничего сверхординарного не произойдет, то бой может потихонечку так в одностороннем порядке пройти. В традиционном для себя стиле выдергивает Мухаммад Ходжа, провоцирует, показывает такие финты на ногах и в нужный момент контратакует. Ну и вот мы видим, да, что абсолютно не мешает Якубову эта разница в росте. Пока за счет движения на ногах он прекрасно с ней справляется. Ну, да, он сокращает дистанцию достаточно быстро. И... Причем мы видим, пытается попасть правым боковым и навстречу, выдергивая немножко соперника на себя. Но вот сейчас ясно, что чуть-чуть поближе нужно подходить. Опа! Отличное попадание по туловищу. Это пахнет... Ну, как минимум, это очень тяжелый нокдаун. Но может быть и даже нокаут. И это нокаут, абсолютно верно, в первом раунде. Классика бокса практически. Мухаммад Ходжа Якубов побеждает досрочно, красиво и для кого-то, наверное, неожиданно. Но сейчас, наверное, очень важно, чтобы пришел в себя мексиканец, потому что здоровье у боксера одно. Мы видим... Пока не может встать Алехандро Гонсалес. Очень тяжелый удар все-таки пропустил Гонсалес. Ему оказывается сейчас медицинская помощь. Ну и мы радуемся за Мухаммада Якубова. Ну и ждем официального объявления победителей. И очень скоро главное событие
сегодняшнего вечера. Бой за звание чемпиона мира по версии IBO. В этой же весовой категории одноклубник Якубова Шавкат Рахимов проведет бой против Робинсона Кастильяноса, также представителя Мексики. Давайте смотреть повтор. Солнечное сплетение примерно. Под солнышко там удар был. Выцелил, причем Мухаммад Якубов. Там, видимо, без вариантов было все уже. Точно, плотно попал, да. Ну, а мы ждем официального объявления победителя в этом бою. Ну, вот я вижу, вроде бы приходит в себя мексиканский боксер, пока он, правда, на полу находится. И, пожалуйста, вот нам показывают Виктора Алехандро Гонсалеса. Но пока не встает. Еще раз, очень красивая, яркая, досрочная победа Мухаммада Якубова. Вот он на ваших экранах. 12-я победа в карьере. И причем 8-я нокаутом. Причем это чистый нокаут. Да, мы слышим, активно очень поддерживает фан-база Мухаммада Ходжаева. Большое количество болельщиков всегда он собирает здесь, в Дивс-арене. Ну вот, собственно, они на ваших экранах. Ну все, пришел в себя мексиканец. Слушаем Дмитрия Ракова. На второй минуте и 51 секунде первого раунда победу нокаутом одержал и стал новым чемпионом WBC International Мухаммад Якубов! Еще раз наши поздравления Мухаммаду Якубову с очень важной для себя победой в карьере. И в любом случае, конечно же, уважение его мексиканскому визави. И ждем главный бой сегодняшней программы. Шавкат Рахимов против Робинсона Кастильяноса.